Привет, народ! Сейчас я вам расскажу, как вышел из теневого бана и как вообще я попал в теневой бан. Просто очень много вопросов задают. И многие задаются вопросом, находится человек в теневом бане или нет. Непонятно, да? Пропали просмотры, пропали лайки, да? Вот смотрите, у меня было все четко, все хорошо. Видите, сколько просмотров, да, 800 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч у меня было просмотров почти на каждое, не знаю, там, пятое, шестое видео. Каждое десятое до миллиона доходило просмотров. Вот, смотрим. Вот миллиончик у нас. Смотрим дальше. Смотрим, смотрим. Это я экспериментирую здесь. Вот, еще миллиончик. Вот. Тоже эксперименты идут. Вот, еще миллиончик. Вот, видите, да, какие у меня просмотры, там и лайков куча. Вообще все классно, все зашибись было. Вот. И, короче, просто забанили, знаете, за что? А, просто травмоопасные какие-то действия, да, там... Что-то с чуваком стало там. Вот. Раз, меня видео закрыли. Два видео закрыли. Три закрыли предупреждение. Но я чисто случайно залил ролик. А, ну, там что-то нож был или пистолет, не помню. Вот. И все, меня в бан. И просмотры, вот, смотрите. Хоп. Эти просмотры набрались у меня просто чисто вот здесь. 1000, там 2000. Это просто мои подписчики смотрели, все. А, в реки я не попадал. Вот смотрите, давайте сейчас посмотрим. Резко, да, вот такое, смотрите, 14, 500 тысяч и резко 1000 просмотров. Что такое, непонятно, ролики офигенные. Вот, смотрим. Нажимаем аналитика, аналитика, да. А, роликов много, будет долго загружаться аналитика. Сейчас... Нам самое главное посмотреть аналитику. Вот это самое главное. Попали мы в бан или нет? Очень долго загружается. Сейчас загрузится. Немножко подождем. Что-то вообще ужас долго загружается. Давайте другой ролик посмотрим. Покороче какой-нибудь. Не знаю, вот этот давайте. Вот, смотрим. Смотрим, внимательно смотрим. Подписки. Тип источника трафика. Подписки и личный профиль. Все. Нету, рекомендуем. И вот так у меня было, ребята, 2 месяца. 2 месяца были подписки и личный профиль. Я даже создал 2 аккаунта других, уже тоже поднял. Вот. Давайте еще раз посмотрим. Ну, допустим, вот здесь. Так, аналитика. Аналитика. Что-то долго загружается. На некоторых быстро, на некоторых долго. Не будем тут смотреть. Давайте вот здесь посмотрим. Ролики просто классные. Ролики классные, но в реки вообще не попадали. Так. Так, 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 так. Ну, давайте здесь, я не знаю. Ну, вот здесь. Аналитика. Вот, смотрим, смотрим внимательно. Подписки, личный профиль. Ребята, смотрим, да? Вообще ужас был. 2 месяца. Давайте покажу, как я уходил из этого бана. Так. Вот, последний ролик был, который был в реках. Смотрим число. 06.16, да? 06.16, запомните. И вот. Смотрим, 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 смотрим. И вот первый ролик,
который попал у меня в реке. Смотрим. 0,8, 29. Это получается у нас почти 2,5 месяца я был в бане, ребят. Вот так. Тут понятно, смотрим аналитику. Аналитику смотрим, да, первая аналитика. Блин, сейчас загрузится, не знаю. Но понятно, да, что можно сейчас по другому ролику посмотреть. Короче, 2,5 месяца был я в бане. Сейчас я вам расскажу, что делать, как выходить из него. Так. Ну, не знаю. Ну, вот эти маленькие ролики тут. Вот, давайте на 32 тысячи посмотрим. Аналитика. Вот. Смотрите. Видите, ребят? Рекомендуем. Вот это должно у вас быть, если вы не в бане. Вот так. Подписки мало, личный профиль мало. Все из рек пришло ко мне. Вот. Что мы делаем? Конечно, мы не бухаем, как здесь в фильме. Вот. 2,5 месяца. Что мы делаем? Короче, ребят, заливаем каждый день хотя бы по ролику. Просто делаем хороший ролик, как вы делали. Именно такие же, никакие новые. Делаем ролики по той же теме и просто заливаем один ролик. Один залили, можно на следующий день, можно через день. И как только у вас ролик, он сам, вы почувствуете, что попал в реки, все, вы вышли из бана. Если вы не будете лить ролики, да, не будете лить ролики, то TikTok подумает, что активности у вас нету, и уже как бы канал умер, или что-то типа такого. Вот. Обязательно каждый день, через день льем ролики. И в течение, ну вот у меня слишком сильный бан был, да, там 2-3 предупреждения было, вот. А если слабенький бан, я думаю, где-то недели 2 будет или месяц. Но если у вас аккаунт очень классный, контент классный, все классно, вот, просто тупо ждем, ребят. Заводим другой канал ТикТока и этот просто двигаем дальше. Ну вот и смотрим, да, ребят, вот вышел я из бана. Вот, немножко, конечно, так расстроился, вот, но потихоньку, да, начал опять создавать. Просто, знаете, как через 2,5 месяца опять делать тот же контент очень довольно-таки сложно, вот. Но, видите, на 500 000 просмотров, да, где тут еще, вот, 150 тысяч, ну, это мало, я считаю, вот. Мне надо, чтобы 500 000 там, это, тут экспериментирую, тут тоже эксперименты всякие разные идут у меня. Вот, ну, все видео, все в реках, все, каждая первая в реках, вот, 25 тысяч, вот, в принципе, нормально, вот, там, на 1 000 000 есть, на 1,5, на 2, сейчас посмотрим, много роликов, сейчас, ну, вот, на 600 тысяч, ну, там, не знаю, каждый 5-10 на 600, на 500 тысяч есть, смотрим. Где я провожу эксперименты, там у меня мало залетает. Но я когда понимаю, что залетает, тогда уже просмотры очень хороши и большие есть. Вот. В принципе. Вот, все хотел. Сам рисую, кстати, мультики вот такие. Вот. Хотел, чтобы эти мультики залетали, но... Карандашом рисую на листочке мультики вот эти. Вот, хотел, чтобы они залетали, но видите, пока не залетают. Такой контент не очень интересный. Ну вот у нас тут нас 242, на 148. Ну короче, очень много, все классно. И вот буквально сегодня тоже вот надо обновить. Так, обновить, ладно, с вами не буду обновлять. Ну вот, в принципе, тут буквально за полчаса тут. Реки, вот, ну, думаю, вот просто залил 1, 2, 3, 4, 5, 6, и из них 2 в реках у меня, в принципе, нормально, просто у меня время сейчас не особо много, вот, приходится много отвечать на сообщения, а так, в принципе, если сейчас по работе время освободится, вернее, работы поменьше будет, да,
Вот, буду очень хорошо работать, чтобы нам до Нового года дойти до соточки. Будет вообще отлично и классно. Так что, ребят, если по поводу бана, там есть еще некоторые фишечки, спрашиваем, расскажу, покажу, что и как делать. Вот, и еще по поводу ТикТока, что кому чем помочь, помогаем всем, ребят, но очень много все спрашивают. Пока сейчас у меня канал YouTube не приносит мне денег никаких вообще. Вот. И когда будет 1000 подписчиков, в принципе, буду вам всем помогать практически бесплатно. А сейчас, в принципе, рад какому-то там донату маленькому или еще чему-то. Вот. И ребята, которые там, не знаю, там 100-500 тысяч рублей мне кидают, всем спасибо, вот, за помощь, потому что очень много времени уходит на вот это все эксперименты, вот. Всем удачи, всем больших рек, вот.